Итак, я провел все подготовительные работы. Уйди, Рекс, уйди оттуда. Цветочник залез. Тогда сарай, ты мне сейчас это можешь. Иди отсюда. Так, ну ты укоротить немножко. Слишком далеко хочешь. Итак, дорогие друзья, я сделал все подготовительные работы в качестве по установке этой самой калитки. Теперь начинаю ее делать. Поперечина будет. Так, ну вот я подогнал ее, не сказать, что вы прямо в ее, но держаться будет. Если мы сделаем ее вот так, а это сюда подвинем, будет все хорошо. Петли надо, петли. Петли и вот здесь закрыть. И будет готово. А, кстати, для тех, кто меня предупреждают, что это незаконно, что это самозахват. Ребят, я это знаю. Вот. Но, понимаете, мне напоминает тоже Чиполлино. Там кум тыква из двух кирпичиков пяти досок строил себе дом и пел песню, а потом его сеньор Помидор приехал и отобрал. А, потом еще в тюрьму посадили. Вот так мы и живем, ребята. Рождаемся, как бы у нас все нам принадлежит. Потом оказывается, что ничего. Даже вот такого клочка земли нам не принадлежит. Только вот, ну, допустим, 2 на метр, и то платишь большие деньги. Ну да ладно, мы посмотрим, чем это все закончится. Хорошо? Ну, до следующего видео. Пока.